душа. Для крепости духа и для того, чтобы с утра было хорошее настроение, надо обязательно в Андорну заниматься хэнди-хохом. У-ху! Хэнди-хох. А у нас сьогодні в гостях Андрій Красовський з чотирма своїми друзями, котрі знають, що таке айкідо. Ну що, пойдемо пообщаємося з Андрієм. Аркадієм. Здравствуйте, Аркадій. Доброго ранку. Гутен морген. Дуже приємно. Розумієте, мене вранці завжди... Мене становиться сюди. Мене вранці завжди ображає стереоліза. Я хочу навчитися. Така дівчинка не може так обрати, не надо. Я хочу навчитися захищати себе. Що для цього потрібно зробити? А дівчинку можна навчити, щоб захищалася? А? Дівчинку можна навчити, щоб захищалася? Так, давайте. Почнемо на дівчинку навчу. А вас і так ніхто не обідів. Я думаю, і так все служить сам. Ой-ой-ой, ззаді наступає. Подарок вашій програмі. Айкідо, принципи повседневної жизни, практика рішення конфліктних ситуацій. Вот это очень полезно. Никаких технік, а только чисто психологическое, как себя вести в общем, в обществе. Без конфликтов. Без конфликтов это здорово, но если все-таки конфликт возникает, есть какие-то наверняка приемы, чтобы их, этот конфликт сгладить, да? Да, ну вот ребята показывают, в принципе, базовые передвижения, которые начинаются с сначала стойки передвижения, потом у нас техники они покажут немножко. А что вот это за такие возгласы не произносят? За ични. Да, это они считают, чтобы было синхронно. Ич один, ни два. Это на каком языке? На японском. Айкидо японский вид боевых искусств. Поэтому у нас получается основной принцип айкидо – использование силы противника для своей защиты. То есть, когда вас толкают, нужно пропустить. Когда вас поставить вторую щеку? Можно так. Вы сюда бьете, а я тут поставляю. И оно получается отлично. Или если вас тянут, то нужно двигаться вперед. То есть принцип основной айкидо, если... Если есть какое-то действие против тебя, нужно ему покориться. Присоединиться. Не покориться, а присоединиться. То есть, скажем так, организовать это действие так, чтобы это действие стало вашим... Вашей частью. А вот скажите, что такое кю и что такое дан? Кю – это ученические степени для мастерства. В Йошинкан 8 кю, в Айкикай 6 кю. Начинается с 6 или с 8 кю, соответственно, до 1. Первый кю – это коричневый пояс. Вот Аня демонстрирует технику, у нее 3 кю, коричневый пояс. Аккуратно. Вот так. А как вы думаете, какой кью и дан нужно дать нашему Вандорну? Он сегодня так старался. О, за передвижение уже можно точно дать 8 кью. Молодец. Отличная координация. Серьезно. Это действительно не у всех сразу получается. Да, дякую. Вы меня еще научите после того, как мы подивимся прогноз погоди. Окей? Да, мы обязательно вернемся к вам и пообщаемся о том, как правильно защищать. С утра пораньше. Спасибо. По результатам экзаменов в школу милиции поступили самые умные и самые сильные. Так как Дорн попал в группу самых сильных, то мне нужно выучить пару приемчиков, как от него защищаться. Правильно. Что делать? Если вас хватает за руку и тянут на себя, допустим, пойдем куда-то, вы двигаете локоть вперед, прихватываете руку, чтобы не отпустил, и нажимаете локтем на изгиб кисти. Вот так, да? Да-да-да, и нажимаем. То есть, если чуть быстрее делаем... Молодец. Вот так вот. Вот так вот вас больше никто не хватало. Но мы можем показать какой-то такой прием запрещенный, когда вот человека бросает, да, шумяк вот об у меня стену. Есть для этого особо одаренные. Ну, давайте. Спасибо. Люди, главное движение, когда противник атакует у вас, вы присоединяетесь к этому движению и пропускаете. Если сюда, сюда. Ви знаєте, таким прийомом ще займається не тільки у нас, а ще й в мультсеріалі «Сімпсони». Тож дивимось «Сімпсони» на телеканалі М1.